самое яркое событие, с которого мог начаться 2018 год? Более 40 самых известных артистов, 5 дней самой качественной музыки, 2 площадки для проведения мероприятия и только один самый масштабный фестиваль LiveFest 2018. Здесь минус 5 сейчас. В общем, мне классно, приятно поиграть в такой компании. Кого-то я слышал в первый раз, мы даже с кем-то познакомились впервые, все оказались классные, гостеприимные ребята, что не может не радовать. И, наверное, весной или летом уже выйдет новый альбом. Мы обычно раз в год выпускаем, вот сейчас над этим работаем. Отличное впечатление. Да вообще, мне кажется, оказаться на Рождество здесь, в Роза Хутор, очень круто, потому что такой волшебный праздник. Начался с работы, я работала в саму новогоднюю ночь, я работала 1-го, 2-го, 3-го. Вот 4-го у меня был выходной, у меня начинается отпуск, аллилуйя, слава Богу. Я еду в горы, правда, не в эти, а в другие. Скажите, как вы провели свой первый день в этом году? На работе. Мы встретили его на работе. У нас был первый концерт в час ночи. Мы вместе собрались, сдали большой сольник. А потом уже поехали гулять по всей Москве. О, вы такой мужской коллектив. Не хотите разбавить его немного девочками? Ты набиваешься 4-й? Ну, в принципе. Можем рассмотреть, да. По пятницам, караоке, расставляем. От группы «Пицца» появится новое видео, появятся новые композиции, появится там, может быть, альбом появится. Два концерта, мне тут подсказывают, у нас будет 2 концерта. 15 и 16 февраля в Вега Сити Холл в Москве. Как вообще Сочи? Планируете только выступать или еще и тусовки? Приехали уже, я думаю, задержусь здесь еще на недельку, очень нравится. 2017 год был насыщенным, нужно как-то разрядить. Очень насыщенный. 2018, надеюсь, будет еще насыщеннее. Вот. И круто, что и начали его тоже так насыщенно вот здесь вот все с вами вместе. Самые яркие проекты, которые вы можете выделить? Это был такой год у нас, наверное, призов, побед. Мы получили очень много премий. Это 4 золотых граммофона в этом году. Чего ожидать в 2018 году от вас? Как обычно, стабильности, классных песен, про любовь, про счастье. Как вы встретили Новый год? В работе. Мы выступали в Ставрополе. В 00:30 мы вышли на сцену. В 1:30 мы закончили. В 2:30 я уже спал. Что занятость артиста в новогоднюю ночь говорит о его востребованности. Пусть так и будет. Да, я планы уже поставила, они описаны в голове, частично на бумаге. Всегда я вхожу в следующий год с планами, идеями. Смотри, у меня продолжение тура. Я ведущая музыкального чарта, лучшего русского музыкального чарта на TNT Music. А вот постоянные съемки, гастроли, концерты. Не возникало ли никогда желания сменить вот кардинально вид деятельности? На самом деле нет, не возникало, потому что съемки и трудовой процесс для меня это всегда кайф. Дома всегда хорошо, а роддома на Розе Хутор вообще супер. Что думаешь о погоде здесь? Я в восхищении каждую секунду вообще Краснодарским краем, а Сочи и его переменой от плюс 15 в центре города и до легкого снежка, реки, тумана, вот это настроение сумерки. Но это потрясающе, это реально какое-то невероятное природное явление, которое греет мою душу с 7 января. Ты катаешься на чем-нибудь? На трамвае. На трамвае, здорово. А именно на лыжах или на сноуборде? К сожалению, нет. Я настолько высокая, что я боюсь, что я встану на лыжи и воткнусь носом сразу в землю. Ну, из последних событий, это практически в конце года, я сняла очень классный клип на песню «Ни много, ни мало», который сегодня исполняла. Мне очень нравится этот клип. Я воплотила в нем некоторые свои танцевальные мечты. Повторюсь, наверное, общаясь с вами, думаю, вот энергетика, согласитесь со мной или нет, хотелось бы, конечно, чтобы согласились, сбивает с ног. Я не специально. У меня просто есть, я делюсь, Надя, пожалуйста. Мне не жалко, у меня есть. Во-первых, мне очень помогает черный юмор. Если я не в духе, а такое со мной достаточно часто бывает, кстати, вот, я сметаю все на своем пути. Единственное, я не умею орать, физически не умею кричать, повышать голос на людей. Я шиплю, скорее всего. Будет очень много песен, будет очень много клипов, альбомы, EP, не знаю, еще пока не решила. Но, короче, очень много контента, творчества. Следите за мной в Инстаграме, на YouTube-канал, подписывайтесь везде, 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 везде. Я буду с вами. Сгурит у нас уже есть, уже совместный. Тифест клевый, мне нравится, то есть... Я бы с удовольствием. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом. Кто такой Витя, почему Витя? Ну потому что Витя — это вторая часть слова «остановите».
Остановите, Витя, надо выйти, все. Я поставил перед собой цель выпустить за год два альбома. Я скажу так, это было несложно, потому что я практически каждый день пишу.